Неизвестный нацизм, зерна и плевелы, идеология и пропаганда. Напоролся сначала на стенограммы Нюрнбергского процесса, которые, как оказалось, в России никогда не издавались целиком. Вот только сейчас энтузиасты пытаются потихонечку их издать. Потом я нашел тексты на английском языке допросов. Те, кто на скамье подсудимых в Нюрнберге сидел, тоже это вообще не издавалось ни на каком языке никогда. Я начал все это переводить. Кроме того, я подумал, ну да, надо же познакомиться с теми, о ком я буду писать, вот с теми, кого справедливо называют преступниками, нацистские преступники. Вопрос только в глубине вины. За то ли их судили, что они из себя представляли. И дальше я добрался до вопроса о том, как эти люди сломали психику и интеллект немцев, чтобы их бросить в войну, чтобы воевать со всем миром. Вы рассчитать стратегию не могли. Ну, кто-то мог, а кто-то не мог. Кто мог рассчитать стратегию, тот был противником войны. А кто не мог, тот говорил, да вот у нас вон, мы брошюрки там почитали, нам все ясно, мы сейчас всех сломим, да еще и все, еще и получаться все начало. Да? Забрали Австрию, забрали сначала кусок Чехии, а потом всю Чехию, Словакия в сателлита превратилась. И пошло там, и Польшу прибрали, и Францию, да, и уже такая эйфория, мы всех сломим. Да. А видите, не получилось. 5 лет подъема и 5 лет, там чуть больше 5 лет, военной катастрофы. И я, как ни странно, смог найти сканы пропагандистских брошюрок. Они небольшие, там 50-60 страниц. Я постарался их все перевести, по крайней мере, в черновом варианте, таком, в компьютерном варианте я перевел целиком, а те фрагменты, которые привлекли мое внимание, уже более внимательно, и их я и вставил затем в книжку, которая называется «Неизвестный нацизм». Этот цикл у меня продолжится, я думаю, что вот я уже закончил на днях 5-ю книгу, это достаточно большие такие формы, потому что ничего не переводилось. Документы не переведены, понимаете, на русский язык не переведены документы Нюрнбергского процесса. Хотя все считают, что да, вот их правильно, и правильно их осудили. А как осудили? А как осуждали? То есть ноль эмоций, никто не слушает защиту. Никто не слушает подсудимого. Никто не хочет вообще никакие принимать документы со стороны защиты, вызывать свидетелей со стороны защиты. Мы уже все знаем и даже почти откровенно говорят. Да мы, в общем, это не суд, мы уже знаем, что вы преступники. Мы просто так вот тут поиграем, вот вы что-то там попытаетесь сказать свое оправдание, мы заткнем вас в нужный момент и все равно вас осудим. Осудили, если не изменяет память, 21 человек, половину, 10 человек отправили в петлю на эшафот. Геринг успел принять яд и поэтому в петлю не попал, но их всех там потом тела сожгли и развеяли пепел. Остальные получили большие сроки. Практически все, кто получил эти большие сроки, там 15-20 лет, вышли через несколько лет из тюрьмы. 2 человека, по-моему, только отсидели 20 лет, полный срок. Национальный суд пересуживал. Я не оправдываю преступление, но я спрашиваю, а вы осудили того человека за преступление или другого? Эта книжка тоже вышла в издательстве «Книжный мир». В интернете вы можете найти «Книжный мир», в поисковике набрать kmbook.ru, там набрать мою фамилию и увидеть большинство из моих книг, которые сегодня есть в продаже. Все, переходим к вопросу.